Привет, друзья! Едем мы на море. Сегодня воскресенье, у нас прогулка к морю, но не просто так. И едем мы на машине, а не пешком, потому что хотим на море пособирать камней. Для чего? Для того, что я уже как-то говорила в одном из своих видео, мне хочется сделать пошаговую дорожку из морских камешков. А морские камешки находятся где? Все правильно, на море. Вот такой у нас туман, но небо, по-моему, слегка светлеет, и солнце уже пробивается. А вот и оно, море, не видно его в тумане. А здесь у нас начинается ралли по бездорожью, причем еще по мокрому. Юра, ты переключился на куда надо машинкой? Да, я же поставил этот самый автоматический спуск. Автоматический спуск? Да, ты убрал ноги И с что, педали, и машина совсем поехала. убрал ноги с педали? Да. И она сама едет? Да, Ты сама посмотри едет, на да. нее. Видишь, Ты поддерживает посмотри скорость. на нее. Она уже Машина едет сама. Как в том анекдоте, мама, я еду без рук. по крокодилу. Опа. Ну, поворачиваю же, что сам. Ну, поворачивай, да. Скорость держится. А волны, волны. Ух ты, там шторм. Шумит, морем пахнет, а видимости вообще ноль. А Юра говорит, что мы, может быть, даже и не подойдем, потому что очень сильный прибой, очень сильные волны. Сейчас спустимся вниз и посмотрим. Да, прибой идет под самый берег, под самый обрыв. И особо сильно не разгонишься, конечно. Ну, в принципе, и ветра нет, хорошо, только волны. Вон как они катятся одна за другой. Вот оно, богатство наше. О, Юра, куда подъехал, молодец, прямо к самому краю. Я смотрю, здесь у людей дачи и сарайчик такой, вот он уже скоро уйдет в воду. И его укрепляют как могут, всякие железяки тут понавтыкали. Но ненадолго это все, к сожалению. Не слышу, что ты там ворчишь. Ворчит, что я его заставила этим заниматься. Ну вот так вот. Завершающий аккорд. Ну все, дело сделали, справились довольно быстро. Теперь пойдем прогуляемся по берегу. Вон там гуляют, кроме нас еще, оказывается, какие-то есть такие же сумасшедшие люди. Столько всякого понамывало за зиму на берег. Ну ладно, растения, корни вывороченные, коряги. Но очень много пластика. Колеса вот эти откуда-то взялись. Берег подмыло. А, это наши. Проблемы. Ой, где мы? Где мой фокус делся? Наши проблемы сезонные. Каждый раз только, когда выходим после зимы и видим, что
посмывала очередные куски берега в море. Адель такой верный, неустрашимый пес, по камушкам так целенаправленно за хозяином. Во какая корягища, морем обкатанная. Как тебе эта лестница? Лестница в никуда. Раскладная. Да. Что? Не, уже совсем не холодно, да. Только сыро, конечно. Но вот этой вот морозности уже нету. А тут прямо промыло чистенько. А тут в залежах красной глины нашли целый пласт глины голубой. Говорят, что она полезная. Делать обертывание для желающих похудеть. Адель у меня уже искупаться решила. Чуть ее волной не смыло и вытирается от песок. Да, Адель? Кто у меня глупая собака? Кто глупая собака? Аделька? Вытирается, вытирается. Очень много вот таких лестниц, которые ведут из дач, которые в итоге ведут никуда. Бежит, бежит, бежит. Ах ты! Бесится, бесится. И вот так мы дошли почти что до своего пляжа, вот там, где курени начинаются, там начинается уже наш пляж. И можно было бы там подняться по обрыву и уже выйти к дому. Но дело в том, что у нас же там машина осталась сзади, и приходится возвращаться. Так что вот такая у нас сегодня воскресная прогулка, утренняя. Еще, по-моему, даже 11 часов утра нет. Весь день впереди, как хорошо. 14 марта. А мы еще даже не завтракали. Вчера были в гостях... О, мои перчатки, я их тут потеряла. Вчера были в гостях и так наелись, поздно приехали, что... До утра еще вставали сытые. А сейчас уже Юра такой спрашивает, а у нас супчик грибной еще остался? Я говорю, да. И супчики, и котлетки. У Юрки такое выражение удовольствия на лице появилось. Уже успел проголодаться. А вот и солнышко пробивается потихонечку. Так что вчера... Бурно и вкусно проводили масленицу. Я не слышу ничего, что ты мне там говоришь. С блинами, с холодцом, обильно. И, друзья, у кого начинается пост, и кто будет пост этот держать, ну, удачи вам. И пусть он у вас пройдет как можно легче. Сейчас Юра разгрузится, поскладывает мне все аккуратненько, да?
Добро, добро тащит, да. А Викуся потом займется на досуге. Как Юрка говорит, лепкать. Лепкать свои дизайнерские садовые штуки. Он так относится к этому. С легкой иронией. В таком смысле, чем бы дитя не тешилось. Да, Юра? Машет головой. Все, я пошла накрывать на стол, да? Будем обедать. Хотя обед у нас сегодня ранее такой получается. Обед и завтрак. Да, я туда тоже камни, конечно, проставлю. Когда засажу все это. Клумбу свою новую. Все, друзья, пока-пока на этом. На этом мой садовый влог заканчивается на сегодня.